Всем привет, друзья, чуваки, ребята и девчонки. Сегодня пятница. Сегодня пятница, 20 или 19? 20. У меня все числа уже как-то перепутались. Короче, сзади тачка просто загружена под, не знаю, под просто практически под потолок. Но на самом деле можно было еще что-нибудь засунуть. Мы... Да, но пока что мы ничего не приготовили. Я думала, что мы вот это все не запихаем. Не ожидали. Машина настолько вместительная. Вообще, это здорово на самом деле. Вот. Сейчас все это везем к Алискиным родителям, потому что в ближайшее время сейчас у них будем. Самое обидное, что мы обитать. Это сейчас будем поднимать на шестой этаж, а через полтора месяца нам опять это все спускать вниз. Это вообще капец, да. Друзья, поскольку мы ехали мимо пятого театра, который сейчас у нас за спиной, мы решили взять билеты. На Боинг-Боинг. Да, говорят, тоже классный спектакль. Вот, сейчас пойдем и приобретем. Но это уже будет на март, наверное. А еще родителям моим, возможно, возьмем на географ глобус пропил. Вот. Или пропил. Да господи боже мой, как там правильно. Но поскольку они говорили в спектакле пропил, наверное, все-таки пропил. Там пару раз. Мистер Пропил, веселей. Спасибо. Ну все, друзья, 25-го, 26-го. 26 марта. Да, идем на Боинг-Боинг в пятый театр. И билеты нормальные, в смысле, места нормальные получились. Наш третий ряд. Да, третий ряд. Ну это клево, мне кажется. Там первый, даже с первого класса. А мы на каком сидели? Это же не кино. Мы сидели на седьмом. Ага. По-моему, на седьмом. Но было тоже неплохо. Ну вот эти вот... Перед собой, когда много людей. Перед нами, ну не прямо перед нами, а через ряд с левой стороны там сидел мужчина, большой, помнишь, с длинными волосами. Да. Я не знаю, как он вообще туда влез, вот в это сиденье. Он не толстый, нет, он просто большой. Он такой богатырь прям. Да. И сзади села девочка такая, меньше меня, маленькая такая села. Там просто одну спину видно, наверное. Перед ней вот такая там глыба. Да, и вот было бы круто, если бы сиденье, мне кажется, делали бы в шахматном порядке. Да. Это было бы правильнее. Да. Ну, было бы больше видно. Либо уклон должен быть больше, а уклон там вообще... Ну там уклон есть, поэтому, да. Уклон есть, поэтому если вот в шахматном было бы самое то. Потому что через ряд он тебе уже там пусть какой высоты будет, он тебе мешать не будет. Угу. Ладно, все, едем дальше. Друзья, очередная дичь маркетинга омского рекламного. Успели? Вот так-то. Это все наше барахло. Все, что мы приносили сейчас. А это еще не все, конечно же, у нас еще осталось. Но Котейка знает об этом. Сейчас. Она поэтому уходит. Было бы все, она бы уже залезла и сказала бы, я царь горы. Все, мы отвезли все вещи уже, сиденье сложил, Алиску отвез домой и сам еду на репетицию. Прикиньте, вчера Пашка в нашей переписке пишет, а что, во сколько у нас там репетиция, так же завтра? Я, блин, у нас же репа, точно, нифига себе, среда, пятница же репетируем. Думаю, нифига себе, вот как так забыл. Ну хорошо, что напомнил. Сегодня Алиска с утра. Блин, а я, наверное, говорит, когда ты уйдешь, буду там что-то там коробки собирать еще. Я говорю, куда уйду? Чего это я должен куда-то уходить? Вообще-то у тебя репетиция. Я говорю, елки-палки, второй раз уже забыл. Че за ботва? Короче, сейчас мчусь на репетицию. Вот, желательно, конечно, блин, сегодня, во-первых, пятница, и пробки начинаются раньше. Вот вы можете посмотреть на вот эту пробку. Это едут все в спальный район обратно. Вот, мы едем из спального района, поэтому в нашу сторону пока, точнее, ну вот, в направлении нашем нет пробки, но она появится чуть позже, тем более сегодня, я так понимаю, хоккей, да, сегодня трутся люди, вон там плей-офф, что ли, там начался, не знаю, за хоккеем не слежу, у меня папа с братом следят, они постоянно, у нас в Вайбере просто, мама, папа, я и брат, мы в переписке в одной чат устроили, и когда там... Брат переписывается с папой, ну, они про хоккей что-то обсуждают, я так, краем уха какие-то новости узнаю, как говорится. Батарейка садится, но мы уже на базе. Мы опоздали чуть-чуть, но Пашка, я думаю, тоже только-только разбирает там свою барахлишечку. Сейчас дадим вторую. Её своя нижняя грязная. Ну, он пока развешивает, пока застирал Ваня, вот он дал ему корыто какой-нибудь, наверное. Ваня, это начальник базы. Я начальник базы, Иван. Вот. Сейчас будем вторую репу мутить. Надеюсь, она будет... Надо, блин, ручку и бумагу.
выписать трек-лист хотя все-таки. Хотя бы бумагу. Хотя бы бумагу, Батька действительно. Просит уже третью репетицию. Дайте бумагу, а то все пальцем подтираюсь. Все, репа закончилась. На репале. На репале на вот две вот этих вот программки по полчаса, не знаю. Ну, будет, наверное, я думаю, там час. Сет плюс еще, если паузу сделать. Вот, батарейка все еще садится. Раз, раз. Надо бы отключить микрофон. Вот. Что ты можешь сказать по этому поводу? Я перед пацанами фантуюсь, а Паша мое железо носит. У папы спину прихватило. И назначили уколы. Сегодня не получилось у него в поликлинике поставить, поэтому я с репетиции быстро приехал. А сейчас 20:43, то есть в 20 часов ровно у меня закончилась репа. За 43 минуты от цирка до Нефтов я доехал. А, не за 43 раньше, то есть я минут 10 у меня ушло на то, чтобы поставить там 3 укола. Вот, и сейчас мчусь обратно, потому что сегодня у нас кровать в 9 часов должны заехать купить. Ну, там около 9. Вот, а завтра вроде как заберут наши барные стулья. То есть продается все, слава богу, пока вроде все по плану. Пришел я с репетиции такой домой. Во-первых, чувствуете, какое эхо в коридоре? Оу! Смотрите, бабац, и нет одежды. Я уже такой поднапрягся. Чего это, где одежда? Идем дальше. Давайте выключу свет, потому что сюда я возвращаться не собираюсь сегодня. Батарейка все так же садится. И тут вижу я такое. Па-па-па-пам. Кровати нету. Ну, кровать на самом деле при мне унесли. А мое место рабочее теперь под этим окном. Там у нас тупо матрас. Матрац? Матрац. Как некоторые говорят, матрац. И вот, собственно говоря, вот так как-то. Короче, будем увозить вот это опять. Увозить это все, увозить и вообще капец. Одни увозилочки у нас. Почти что все опять на шестой этаж поднимать. Кошмар какой. Да. Вообще. Ой. У меня уже мышцы болят, то, что мы сегодня таскали. Ну, мы сегодня 3 раза на 6-й этаж сгоняли. То, что мы показали, это не все. Оказывается, мама потом, то, что мы первый раз принесли, да. Мама прям раз в комнату утащила. Вещей очень много. Хотя я столько выкинула и столько отдала Ире. Все равно, блин, много. Вообще какая-то фигня, блин. Ну ладно, друзья, сейчас, короче, время твиттера. Пойду почитаю ваши сообщения. Уже как-то традиция в конце влога ваши твиты почитать. Так что пишите что-нибудь. Я не знаю, ну, сейчас почитаю, и поскольку у нас там тема игровая, пока идет по вопросам и ответам, возможно, мы ее и продолжим. Время твиттера. Тра-та-та-та-та-там. Друзья, ну что ж, время твиттера наступило, я аккумулятор так и не зарядил, поэтому надеюсь, что он еще сейчас поработает некоторое время. Слушаю группу Нега, такой группы больше уже не существует, это омская группа. Можете забить в аудиозаписях в Кантосе Нега. Песни до «Вечер, утро, день», «Сталь», «Кто еще», «Окей», «Воск», «Сожми мою ладонь», «Перламутр», «ПМС», «Эфир 69», «Пунцовый», «Королева 34». Короче, крутые песни, крутая группа была. Это как раз была середина 2000-х. Здесь в Омске был какой-то... Была тусовка рок, и ну, было круто. Сейчас такого уже, к сожалению, нет, но люди остались еще, кто могут делать такую музыку. Итак, друзья, Twitter. Оуланд пишет, очень много сообщений написал, что насчет GTA 4 я тебе писал уже про Steam, что там все намного удобнее, она у меня куплена, сейчас скачаю, проверю, у меня винда как раз 8.1. Я думаю, дальше как раз он написал, да, он там что-то написал, но идем по порядку. Егор Ермилов. Привет, Майк, мне очень нравятся твои влоги, я хотел бы посоветовать тебе одну игру, Dying Light. Ну, вчера, по-моему, я тоже кто-то советовал. Она поддерживает геймпад, она про зомби. Денис Воропаев, FIFA 2015 советует, но, если честно, вот футбол не очень я люблю играть на компе. Как-то меняет, ну, нет азарта, вот как в гонках, например. Опять Daylight, Birdy советует, или Birdy, фиг его знает. В общем, очень крутая игра про зомби с открытым миром. Геймпад поддерживает. Alien Isolation. Isolation. Тоже крутая игра про чужого. Роман Тетерин пишет. Жди GTA 5. В конце марта можно на ПК купить будет. Да, кстати, я уже видел. Что-то 2000 на том же Steam. Можно уже по предзаказу брать. Что-то 26 или 25 марта вроде как она должна выйти. Ну, посмотрим. Как выйдет, так и поглядим.
Может быть и правда возьму. Опять Оулен пишет: я проверил, все отлично работает. Если в Steam купишь, то просто скачай этот архив, открой, закинь 2 файла в папку с игрой и играй. Все сам лично проверил, работает отлично. Вот ссылка на архив. Вот на архив есть ссылка. Ага, и вот ссылка на игру, лицензия, ну на Steam. Понятно. А у меня, кстати, Need for Speed в Origin'е. Еще один чувак написал, Виндим, что GTA 4 на 8.1 уже нормально идет. Так, тут засыпал меня повторами Кирилл Иеремаев. Привет, Майк, мне 13, занимаюсь фото-видеосъемкой, а также монтажом видео. Подскажи, как хорошо продвинуться в этом деле. Как хорошо продвинуться. Снимай, фотографируй, обрабатывай, смотри уроки, делай, повторяй. Снимай бесплатно, фотографируй бесплатно. Набьешь руку, пройдет пару-тройку лет, и все у тебя будет. Энрико Авила Гомес пишет: Миш, попробуй поиграть в The Wolf Among Us. Она номинирована на игру года. Надо будет почитать, что за игра такая. Вот. Такие, друзья, ваши сообщения в Твиттере на сегодня. Пишите еще, что, какие игры порекомендуете. Может быть, какие-нибудь онлайн, где мы бы могли с вами зарубиться. В принципе, это, я думаю, без проблем. В Твиттере бы списались, там время определили бы и поиграли во что-нибудь. Ну, почему бы и нет? Я думаю, это всем было бы интересно и прикольно провести время можно. Ну, где-то там минут 30-40 там порубаситься. Я думаю, без записи, я что-то пока на летсплей не настроен. Все, друзья, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами, у нас пустота. Алиска уже практически спит. Алис, спишь? Почти. Почти. Вот. Я сижу, на самом деле, монтирую. Сейчас ночь, половина второго. Аккумулятор все-таки сел, и мне пришлось его заряжать, и вот он зарядился. Все, увидимся с вами завтра. Завтра много дел. Завтра с Тёмой будем писать песню. Очень, кстати, много информации про чекаут, про то, как мы будем писать второй альбом. У нас все поменялось, все прям сильно поменялось. И мы завтра с Тёмой, наверное, вам все расскажем. Все, до завтра. Покеда! And here, ask yours and be chased. Ask yours and be chased.